Через 100 метров поверните налево. Возможен затор в правой полосе. Ограничение 60. Вот вел меня навигатор с другой стороны. Нет, нет, отсюда поеду. Вот теперь стоять буду. Сто метров за 10 минут, наверное, проезжаем. Поверните налево, а затем через 300 метров поверните направо.
Вот они, прелести, достопримечательности Москвы. Пробки. Номер какой на каршеринговой машине? 799-799. Смысл сигналить? Чё, врезаться впереди стоящую машину, что ли? Поверните направо, а затем поверните направо. Че, врезались? Слева. Так, ну все, мы практически приехали. Буду, наверное, завершать трансляцию. Осталось 500 метров до места. Расход в Москве поднялся до 6,6, по трассе был 5,4.
она, таганка. Через 300 метров поверните направо, во двор. Все. Я приехал. Трансляцию завершаю. Всем пока. Поверните направо, во двор.